Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка Думыч, Гусонек Фуфло, Ол ТВ, Кирилл Геймер, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Алейкум, братья. Всем здорово. Ребята, смотрите, какая у нас классная сегодня карта. Это с мультика Симпсоны, и будем убегать от Хедкраба. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Обратите внимание, что на этой карте мы маленькие, потому что карта называется Кот Симпсонов. Это мы коты, что ли, получается? Кирюшка, вылезай. О, даже под столом можно проходить. Везде можно ходить, пацаны. Кто первый умрет, тот лох. Умирайте. Нет, я не буду умирать. Почему? Нет, я хочу жить. Он уже тут, пацаны, слышите, крякает? Да. Я понял, где вы. Я только боюсь. Давайте договоримся так. Кто смотрит ролик и улыбнется во время ролика, с вас обязательно лайк и подписка. Не улыбайтесь, не? Сейчас будет. Сейчас будете... Эй, Хедкраб! Тихо, тихо. 40% осталось. Да что ты, за живот меня укусил? За животное. А надо за словечками сидеть. Я нашел классное место. А, да. Дима, это про читер, я понял. Нет, я на параше. Ой, я на туалете. На удивление, еще никого не убил. Он на парашютами. Он за мной. А я, пацаны, еще хотел, чтобы мы оружие использовали. Бедный Думыч. Куда? Не надо. Не-не, мы не будем, мы не будем, мы позже будем. Нет. Убил! Я слышу, крякнул кто-то. Да, убил. Отлично, молодец. Первый есть. Беги. Откуда? Так, ОЛТВ, это что получается? Ты лох. Это ж неправда, правда, правда. Так, Дима, хочу тебя найти, ты где можешь? Я в параше. На улице или в доме? Не, в доме. А, все, иду к тебе, я просто на втором этаже. Я просто на втором этаже был. А на втором этаже там же нет комнат. А тогда можно все равно забраться. О, привет. Все, мы тут стоим. Вот он идет, смотри. Ах вы падли. Таракан, пошел вон отсюда. Давай, папарашу, баркурь к нам. Папарашу, ой, а он сейчас... Опа! А, блин, да ё-моё! Да блин, да... Их двое было, я просто за одним контролировал, а ты видишь оно. Да я поддался! Ребята, настроение отличнейшее, просто класс, потому что я готов мочить гусанька! Какой же лох? Нет, я хочу убить и ту... Нет, я хочу... Нет. А, ты Кирилл, господи, он-то Саня. Я хочу всех убить. Я тоже. Не получится. Так, пацаны, я чувствую запах дерьмища. Так, и это значит, что я иду к китучке. Не, ну это в парашюте. О, смотрите, тут нычка была классячная. О, вижу, вижу цель. Мишку, мишку. Вижу. Все, я не отстану теперь от этой тучки, он должен умреть. Да ты задрал. Это очень больно будет. Ребята, кто хочет увидеть следующий ролик VR, напишите, мы хотим. Потому что я уже нашел очень классную карту для VR. Бомбейскую просто. Так, настрой, чего никого не убить не можем? Что такое? Тяжело вам просто. Убери это самое свое. Давайте объединяться, нам надо кого-то зажать жестко. Они офигели совсем. Так, надо, короче, стоять и чекать проходы, да? Это же логично. Они на улице бегают все время. На улице? На улице можно это, типа, есть они... какие-то... Есть! Ух ты! Да как я промахнулся, ну блин, еще в чуть-чуть ведь убил. Слышь, ты молодец, наполовину. Наполовину, спасибо. Да мы синхронно прыгаем. О, окружай сусло. Отлично. Убили. Тучка и тучка, ну ты застрял. Можно не надо? Пожалуйста, не надо. Эх, еще чуть-чуть бы за спину укусил. Так. Короче, я в кусты упал, он там меня зажал и убил, все. Все, и тучка, ты один из нас? Добро пожаловать в семью Хедкрабов. Да я и так знаю. Да я знаю, но на радость хочу отомстить тебе за все разы, которые ты меня дурил. Это получается, поделились мы 4 на 4? Да. Ну что, толпа Хедкрабов. А 4, наверное, на 3 у нас семеро. А, ну да. А, ну, значит, у вас в меньшинстве. А кто жив? Кто жив? Ты. Я. О, вижу, прыгает. А получается, Кирилл Геймер, я и Фуфлик. Да. Так, давайте убьем Гусанька, он не должен выиграть. Да, ну, найди меня. А, и потом он скажет, а, конечно, вы же все против меня были. Как всегда, ну это так не учил, я не знаю, как это так делать, оно там убивается. Так, Дима, давай уходи отсюда, я сказал, что я на втором этаже, все, уйди от меня. А, вон сидит. Слышь ты, Криса. Он с другого входа, заходи, сейчас Кирюшка зайдет. Ой, я тарелки поскидываю.
Мои тарелки, я их в аренду брал. Эй, твои тарелки на параше. Кредит взял тарелки. Да почти. Блин, я не могу туда забраться никак. А туда можно. Нечестно. Как нечестно? Привет. Стой, дай я уйду. А, я упал, блин. Вот он. Ну, бейте его. Да ё-моё. А вот он, бейте. Так, ну ладно. Я специально не убил его. Да. Спасибо, Дима. Короче, давайте будем стоять на входе. Я думаю, что кто-то сейчас будет тут проходить. Вот я вижу. Вижу гусенька. Давайте мы заранее будем его встречать. Блин, почему? Так. И... Ах ты жопа, блин, не в ту сторону побежал. Смотрите, какой хитрый жик. Молодец. Хорославчик. Так, а где у нас... Вот они здесь, они возле гаража. Блин. Иду. А двери нельзя, да, закрывать? А, блин, было бы классно ловушку ему устроить. Как я сейчас... Просто я заслайдил. Загладил? Загладил. Давайте окружаем их. Кирилл, давай, убегай. А туда нельзя пройти. Блин, ну реально, смотрите, сложно получается нам их убить. Давайте, заходите в домик, что вы сегодня. Так, я ломаю стекла. Ааа, фу, бандау. Пацаны, если я сделаю меньше гравитацию, будет хаткраб выше прыгать? Да. И мы тоже. Так, пацаны, я тут должен убить кое-кого. Ой, Дим, не надо. А тут один очень хороший человек бегает. Ой, я с Кириллом геймером буду. А все, оторвался, блин, а. Да, блин. Ха-ха, я видел, ты прям рядом прыгнул возле него. Так, давай срезать будем, раз он идет сейчас в дом. Да вы что тут на заборе? Эй, заборные люди. Вот так вы, да? Заборные. Забор. А что так хаткраб все равно высоко, да, не прыгает, а заметили? Ну, чуть-чуть прям, нет, чуть-чуть. О, не, во! Да я переборщил, стойте. Я на крышу летел. Вот это сильно было. Ну как ты перепрыгнул через меня сюда? Кирилл, просто лаги. Так, пацаны, я теперь сверху буду вас чекать. Блин, для хэдкрабов это еще хуже. Как нам бить? Мы эти, как вы это сделали? Все, давайте, делаем как обычно. Ой, я украл. Кого убили? Меня убили. На тебе, я тебе... А, так получается, я уже не тебя, а Думыча убил. Так что, получается, гравитация сработала, мы смогли убить гусенька? Ну, на изи просто вам. Так, осталось двое, теперь же выяснится, кто будет победитель, Кирилл Геймер или Фуфлик? Я. Вот, мы уже окружаем. Блин, пацаны, мы сейчас убьем по любасу. Давайте гулять, что дома сидим. Очень интересно, кто же выиграет. Я взял. Есть? Кирилл остался, а я убил Суслика. Кирилл Геймер, ну что, ты победитель, теперь надо тебе еще продержаться немножко. Мы убьем его сейчас. Все, он теперь пушки может использовать? Нет. Нет. Да какие пушки? Ну, мы и так вообще его никогда в жизни не убьем просто. Давайте лучше инфу, где он, мы должны его окружить. Ага, все, я понял, я его вижу. Ну все, пацаны, тут он уже, тут он зря тут бег. Ах ты жопа, хорошо. Такая толпа бежит. 6 хэдкрабов. Вот это мы теперь прыгаем, пацаны. Я прям летающий хэдкраб получается. Прикольно. Пацаны, давайте идем на перерез, идем наперед. Он сейчас прыгнет, его можно будет в воздухе убить, пацаны. Да, чуть-чуть. Вот он. Я прям в воздухе. В воздухе, кстати, можно поликорректировать полет. Можно. Мышь. Гладить можно. Ну все, пацаны, уже 2 минуты продержался, он уже автоматически самый сильный победитель, понимаете? Да не, он лох. Да я бы выжил, если бы не заборы, Думыч. А я считаю, что знаешь, что тебе помешало? Тупая физика пробов. Вот это вот. Да по-любому. Здесь пробов не было. Да? А, я понял. Тупая физика дома. Тупая физика дома. Дом. Какого дома забора? Карты. Он выбежал, он на улице. Пацаны, я еще усугубил ему ситуацию. Теперь он вообще при малейшем прыжке будет просто в воздухе летать. Ребята, а мы все вместе его убьем. Смотри. Что, пацаны, мы сдаемся или мы его все-таки убьем? Нет. Не сдаемся? Не сдаем. О, я знаю, что надо зомби взять быстрого. Стоять! Быстро стоять! Все, разозлился! Это, ну не бей меня! А вот теперь, пацаны, ему будет сложно, мы быстро бегаем, как он практически. Ой, я его нанес. Есть. Нет. Красава. Я его вижу. Вот он. Иди сюда. Быстро, я сказал. Не отпускайте его. А мы еще так прыгаем? А, ну да, нормальный прыжочек такой.
Так, он сюда повернул? Да-да-да, вот он. Ну, Кирюша, ну стоять! О, я знаю, что надо делать, как его убить, пацаны. Я еще одну придумал тактику. Где мой кидальчик хэдкрабов? Ня! Сейчас мы забросаем всю карту хэдкрабами, и мы его должны по-любому убить. А, убили? Сейчас будет раунд, когда Гусонек будет один против шестерых. Посмотрим, продержится он больше, чем Кирилл Геймер, или нет. Погнали! А ты там и будешь, да, крыса, сидеть? Хорошо, я тебя жду внизу, я тебя убью первый. Окей, хорошо. Прыгайте, прыгайте. О, потихонечку идет один, я вижу. Ну идет-то идет. Ну идет, да. Ну у тебя внизу тут толпой ждем, я тебя буду прямо тут на входе ждать, на всякий случай. Так, ладно, думаю, уже можно, в принципе, бежать. Вот он, быстрее, все за ним, толпа! Ну, Санька, мочите. Срочно его убить надо. Ого! Так, ты паркур, куда паркур. Полез? По стеклу. Чё, стекло? Ты чё, гонишь? А, вот он. Ах ты, блин, обманщик. Где он? На улице? Он опять домой забежал, по-моему. Да, выходи гулять, Сань. Сбежал домой. Выходи гулять. Выходи. Иди гуляй. Я жду на улице, на заднем дворе. Так, давай выходим. Нет, а, вот он на кустах стоит. А, на кустах? Я в окно залетит. Ах да. Ты жопа, ты окна не бей нам новые. Я буду. Нельзя. Мы тебя сами изобьем. Дубинкой. По голове. А он опять на второй этаж залез. Да что ты, ну ты смотри на него. Что такое? Там походу кто-то на ноуклипе либо поджидал меня. Правильное дело, пацаны, вот это хорошая тактика, ждать его там. Ему надо все входы закрыть и выходы. А я буду рандомно менять сейчас гравитацию, чтобы в любой момент ты падал, то взлетал. О, Вана, привет. О, пацаны, хотите угар? Это сейчас будет то, что я никогда еще не делал, смотрите. Ну это, мы сейчас просто вверх, мы улетаем вверх. Ну мы сейчас все вверху и убьем. Летите к нему, где он? Вот он, летите к нему. А вы прыгать не умеете. Ну мы летать зато можем. Смотри, летающие хэдкрабы. Half-Life 3. Не, пацаны, мне кажется, мы его тоже так не убьем. Или убьем. Почему я такой? Я такой медленный. А когда ты еще? Я внизу вас поджидал. О! Мы очень медленно приземляемся. Опа, есть! Мочите его! Вы его убили? А нет, крякнуло. Слышал, как было ранение какое-то? Я его цепанул, он убежал. Да-да-да, у него уже не 100 жизней. Я не бегаю, я просто... Вот. Отлично, я прям над ним, пацаны. Вот, я прям над головой. Так, надо ускоряться. Санёчек, ты проиграешь сейчас. О, я знаю, куда. Прям борьба с гравитацией. Так, блин. Ты не смог, понимаешь? Ничего страшного. Опа. Да что ты чудишь? Так, домик. Опа. Опа, есть. Он в доме, пацаны? Он в доме? Да-да-да, он в доме. О, все, пацаны, мы его в ловушку поймали. Теперь ты уже, чувак, никуда не денешь. Вы тоже в доме? Нет. Я с ним рядом. Да. А нет. А, вы друг друга убили, да что вы делаете, пацаны? Вы должны его убить. Гравитация. Ну, гравитация, да, есть такое. Блин, прикольно. Ой, а куда я попал? Все, я просто за ним буду постоянно паркурить, вот так прыгать. А, подожди, в другую сторону. Так ты затрёл, Он где? Нифига себе, нычка. Нычки. Может, он где-то за кустами? Да не. Просто меня убили за кустами. Нашёл? Убил? Я, блин, засмотрелся. Ребята, вы теперь должны написать в комментариях, кто дольше выживал, Гусонёк или Кирилл Геймер. Мне кажется, Кирилл Геймер дольше выживал. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.